Всем привет, всем доброе утро. Показываю мой завтрак, что буду готовить себе на обед. Ну, лично мне, не Володе, естественно, а лично мне на обед. Я вам тоже покажу. Два яйца, огурец мой домашний, свой, со своего огорода. Девочки, мальчики, ем все без соли. Но соль для меня это не принципиально, просто я могу кушать это без соли, мне тоже вкусно. Я сегодня с утра поработала, вам сегодня не показываю, знаете почему? Потому что меня клиент, ну, в общем, заказчица меня попросила не показывать. У меня вчера не было сил показать вам мои новые наряды, которые я купила вчера, отрезала вот эту вот ерунду. Сейчас, мои хорошие, смотрите. Вот такое платьюшко я купила. Я не знаю, мне так не видно издалека, ну а вы, короче, посмотрите. Но я уже все отрезала, поэтому я его буду оставлять по-любому. То, что я сегодня купила, вернее, не сегодня, то, что я вчера купила, я это все равно дома оставлю, потому что мне уж очень понравилось. Это такой трикотаж, такой, между прочим, не тонкий, а такой, ну, более качественный. Знаете, где купила? В этот раз, когда мы с Сабриной гуляли в ТК Макс, там ничего не было. Мы ничего там не нашли, мы ничего там не купили. Правда, здесь у меня резиночка немножко такая. Видите, какой рукавчик? Слабоватая. Можно, ну, нормально. В общем, это мой наряд. Ну, это я так. Короче говоря, я в этот раз у вас совета не спрашиваю, потому что мне вот на 100% понравились эти платьюшки. И я купила. Где купила? Купила в Центр. А, случайно зашли с Сабриной в Центр. Я говорю, ну давай зайдем, может, потому что мы вчера очень долго что-то искали. И, короче говоря, это не то, то не то. И, ну, за 300 евро я не собиралась покупать платье, потому что, ну, короче говоря, потом оно просто-напросто... У нас, ну, просто-напросто не будет носиться, оно будет просто лежать. А 300 евро, это сейчас 300 евро. Просто когда у нее был такой бал после того, как она закончила реальшуле, это ее уже будет второй бал. Но у них не будет бала. Они получат свои аттестаты, скажем так, да, ну по-русски, свои документы об окончании гимназии. И у них потом они едут потом на какой-то гриль и будут грилить вот в этих вот пышных платьях, никто никуда не поедет. Потом, даже если кто и будет там в каких нарядах, все, по крайней мере, переоденутся. Я не знаю, почему у них нет такого торжества, то ли и сейчас вот из-за вот этого времени нашего такого непонятного, неспокойного, непонятного, что там дальше будет, не знаю. У них даже не было, знаете, когда у меня Эрик учился, он сначала же тоже был в реальшуле, а потом он был в гимназии. У них им даже предлагали вот эти курсы, ну, танцевальные курсы, где ты можешь вальс научиться танцевать. Помните, да? Я не знаю, как у кого, но у нас вот этот было. Эрик ходил, ну, я не знаю, насколько, короче, платить мы платили. Насколько он ходил, я не знаю. И не помню, если честно, танцевали они или не танцевали, я тоже не знаю. Просто-напросто у меня даже, ну, у меня Эрик вообще очень такой, ну, костюм мы ему покупали, все, он так строго одевался, белая рубашка, там, галстучек, ну, все как положено. Ну, а вот с Сабриной мы вчера мучились, мучились, и, короче, я не знаю, что намучились, ну, короче говоря, я думаю, что увидим. Кстати, торт она мне отказала, сказала, что они там что-то переговорили, что-то договорились, то ли они будут заказывать. В общем, она сказала, торт не нужно, потому что они едут на... Ну, я сказала, грилить. Она сказала, мам, торт не надо, нужно сделать салат. Уже сегодня она, мам, нужно сделать мне салат. Какой салат мне сделать так, чтобы сильно много не возиться? Я говорю, ну не знаю, давай. Я говорю, давай сделай вот, который я последний раз делала салат. Очень-очень вкусный. Она, не-не, я такое делать не буду. Я, говорит, хочу этот, ну, знаете, нудль-салат. Она говорит, там же сильно много не надо возиться. Видите, сейчас как молодежь выбирает, что, чтобы еще что-то вкусно покушать и мало повозиться. Я говорю, да, можешь сделать, ну, с вермишельками, ну, с рожками, что ли, так сказать, чтобы все поняли.
В общем, она будет, ну, я ей сказала, что ей нужно. Она сказала, так, это у меня есть, это у меня есть, а вот это мне нужно докупить. В общем, короче говоря, завтра будет делать. Я, говорит, его сегодня вечером сделаю. Я говорю, не надо сегодня вечером, завтра с утра. А то он же невкусный будет сегодня вечером, говорю. Там же тоже майонез, лучше свеженький, и потом еще до вечера. И я не знаю, поеду ли я завтра на вот это торжество, где им будут просто вручать документы. Она сказала, это будет длиться, но в течение часа. В 3 часа у них это будет. Поэтому, ну вот не знаю, честно, ехать мне на 1 час или не ехать. В общем, я еще не решила, поэтому не знаю. В общем, от этого... А, я цены не сказала. Вот это платье... Сейчас. Короче, здесь они с красными этикетками. Оба было, я купила 2 просто платья. Этикетки я уже отрезала, так как, ну, уже сказала, что я эти платьички, ну, прям оставляю себе по-любому. Вот это было, короче, оно стоило 25 евро вроде бы. Я хотела сейчас отклеить красную этикетку. У меня, короче, не получилось. Но я все равно, знаете, иногда мне интересно, что там под этикеткой стоит. Но сейчас мне некогда, потому что я собираюсь в магазин, мне нужно... Не за булочками. Нет, не за булочками. Мне нужно в магазин ткани, и мне нужно... Ну, в общем, я заеду в 2 магазина ткани, посмотрю, как... Ну, кое-какая ткань у меня закончилась, в общем, ну, мне нужно, короче, для работы. И мне сейчас некогда заниматься вот этим отклеиванием этикеток. Я потом этим, феном, если что, потому что не отходит. Я ножницами цепляла, нифига. И я потом попробую при помощи фена, может быть, нагрею, и мне просто интересно. Потому что здесь написано, одно платье стоило 25 евро, другое, ну, 30, 29,90. В общем, вот это платье было, я купила за 17,90, а другое, которое я вам сейчас покажу, стоило 19,90. Просто этикетки отрезала, да, уже сказала. И то в том платье хочу, наверное, в другом платье, наверное, поеду. Хотя у нас сегодня на улице, но такая жара, такая духота. В общем, выберу потом, в каком платье поеду. Мне нужно то немножко материал другой. Этот, ну, такой хлопчатобумажный, да, этот трикотаж. В нем жарко точно не будет. А вот другое, которое я сейчас вам покажу, в том, может быть, и жарко будет. Поэтому подумаю, в каком я поеду. Смотрите, какой цвет. Как раз к моим зеленым глазам. Да, смотрите. Я когда увидела это платье, и он сказал, так, это я беру однозначно. В общем, не знаю, то ли мне в этом платье ехать, то ли мне другое платье одеть, потому что на улице у нас очень-очень... Как вам? Ну... Вот оно стоило 20 евро, и оно такое, ну, смотрите, оно немножечко так, ну, совсем, ну, правда, оно как-то пошито, или оно в 2 стороны тянется, оно как-то пошито, да, не в том направлении, просто, оно просто обычно, когда материал тянется, его вот так берут, а не вот так, а он вот так тянется. Он вот так тянется, а вот так не очень. В общем, короче, все равно. Платье мне это нравится. Красиво, красивый цвет. Мне очень понравился цвет. У меня когда-то давным-давно была кофточка такого цвета. Но она у меня что-то покупала. Я ее, по-моему, где-то в Нью-Йорке. И она у меня, между прочим, очень быстро вышла из строя. Буквально я ее пару раз постирала. И здесь была сделана такая, как брошь. Из каких-то камушков. И вот эта брошь, она все потянула, и такие мелкие дырочки везде пошли. В общем, короче, качество было нехорошее. В общем, как-то так, все мои хорошие. Теперь я определяюсь. Не, наверное, я одену... Ай, в этом платье поеду, наверное, не умру. От жары в машине. Кондиционер работает. Кстати, вчера ехали с кондиционером. Сегодня чувствую, как-то у меня в горле першит. Думаю, нет, болеть я не хочу. Болеть мне не надо. Я решила поехать все-таки в этом платье. Такая нарядная сегодня прям поеду. Девочки, меня попросили немножко рассказать и показать. Ну, не знаю, может, кому-нибудь еще будет интересно. Какие таблетки я принимаю от своей щитовидки. Вот такие вот таблетки у меня.
88. Сейчас я вам немножечко коротко, но перед выходом коротко расскажу, что к чему. В общем, потому что та девочка, которая мне написала, написала, что она до обеда еще куда ни шло, а после обеда она уже никакая. Знаете, пока у меня не обнаружили, что у меня щитовидная железа неправильно работает, да, и у меня было то же самое. Я еще на работу собиралась и нормально шла как-то. Я всегда работала до обеда, где-то, ну, до 3 часов. Вот такой план у меня был. Я еще вот это вот время с горем пополам как-то работала. Вечером мне нужно было всегда Сабрину вести на тренировку. Я была уже никакая. А так как я еще всегда подрабатывала, ну, у меня уже, наверное, ну, лет 15 точно, наверное. Ну, вот это Кляйнгевербе, да. И такое маленькое предприятие, скажем так, самозанятость, я не знаю, как по-русски это правильно сказать. Я давно под... И у меня просто-напросто, когда мы приезжали с тренировки, или вот это время, когда я приходила с работы и до тренировки, мне нужно было постоянно еще что-нибудь делать. Я просто так на месте не сидела. Я была фикс он фертиг. Я была точно капут. У меня сил не было никаких. Я очень долго мучилась. И я как-то... У меня просто была одна сотрудница на работе, она говорила: «Не переживай, так должно и быть, это возраст». Я тогда на тот момент думала: «Господи, мне 40 лет, какой возраст?» У меня реально такой упадок сил, я вообще ничего не могла делать. Я думаю: «Блин, про какой возраст вы мне говорите, товарищи? Вроде бы мне еще только 40, и я еще полна сил, как бы должно было быть». Я думаю, а как люди живут до 70, еще точно так же как-то все сами делают и прочее. Затем она меня так успокаивала, говорит: «Не переживай». Я даже к врачу не ходила, но мне было очень долго плохо. Затем, как я вышла вообще, как меня угораздило сдать кровь, чтобы у меня нашли эту пониженную функцию щитовидной железы. У нас тренер, она работала, ну, параллельно, она работала в этом, в праксисе, ну, как помощник врача. И она сказала: «Так, короче, мне уже на тебя смотреть, говорит, жалко, но я, потому что после обеда к вечеру я вообще была никакая. Приходи к нам в праксис, возьму у тебя кровь на анализ». Я пошла к ним в праксис, ну, к ее врачу. И он мне позвал. Они там за голову схватили и сказали: «Боже мой, как ты еще вообще ходишь?» А я говорю: руки, ноги. Кстати, вот те симптомы, когда там волос выпадает, у меня не выпадал волос, что там типа волосы на подушке собираются. Нет, у меня такого не было. У меня был просто такой упадок сил. И еще у меня была проблема, ну, знаете, такая, не сильно хочу об этом говорить, ну, по-женски, короче говоря, что я пошла... Нет! Мне это женский врач поставил такой диагноз. Вот. И сказал: «Иди к врачу своему домашнему и сдавай кровь. И скажи, чтобы они тебя направили к этому врачу нуклеар-медицин. От органа внутренней секреции, как он называется?» Ну, сейчас вылетело, ладно, неважно. Ну, ладно. Вот как это все было. Да. И, короче говоря, мне сначала выписали, у меня таблетки были, в общем, мне постепенно прибавляли дозировку, у меня было и 90, и там 100, и было 128, я, в общем, сейчас уже не помню, какая там у меня была черта, ну, в общем, как дозировка на таблетках идет, по-моему, не то 125 единиц, не то 128. И, в общем, один раз я когда в Манхайме, но я один раз в год стабильно проверяю свою щитовидную железу. Я иду к специалисту, который мне делает ультрашаль и сдаю кровь. И один раз в год, в общем, один раз в полгода мне не нужно, а один раз в год я хожу и постоянно проверяю. Ну, чтобы не было каких-то ухудшений, скажем так, или если будут какие-то ухудшения, ну, чтобы вовремя это все заметить. И вот, короче говоря, в Манхайме мне врач ставит, взяли у меня точно так же кровь и понижают мне дозировку до 88 единиц. Я говорю: а так вообще можно? Но, в общем, я не знала, я была не в курсе. Он мне говорит: можно, но так как этот врач был такой, он домашний врач,
был, который был в Манхайме, да, но у него была такая специализация на эндокринолога, вот. И я ему, скажем так, я таблетки-то взяла, но я ему, скажем так, честно, не очень сильно поверила, думаю, ну как это, блин, 128 или 125 единиц у меня было, сразу на 88 единиц меня пустили. Я думаю, ну как бы мне плохо не было. Мы как раз на выходные приехали домой, когда я первый раз взяла пониженную дозировку. Девочки, вы не представляете, я все выходные пролежала. Я, как всегда, утром я принимала таблетку. В 7 часов я обычно принимаю. И до 10 часов, я, ну, где-то в 8 или в 9 часов мне становилось плохо, и я вообще была никакая. Я думаю, да что ж это такое? Но я, конечно, сразу сказала, что это таблетки, наверное. То, что мне так резко понизили дозировку. Короче, мне было очень плохо. И затем я сделала, ну, записалась к моему эндокринологу, к которому я всегда хожу, я уже не знаю, на протяжении, наверное, лет 10. Пошла к нему, точно так же он мне взял кровь, но и так как я у него сколько-то не была, я сказала, что я в это время была в Манхайме, но я там постоянно проверяла. В общем, подробности я сейчас уже вам не скажу, но я ему сказала, у меня была такая-то дозировка, сейчас мне ее понизил вот этот врач, у которого я была в Манхайме, до 88 единиц. Я говорю, вообще такое возможно? Он сказал, да, это возможно. Потому что я другому сильно сказать так не поверила. И поэтому я решила, думаю, я еще раз проконсультируюсь, ну, как у узкого специалиста, скажем так. Он мне сказал, можно, и объяснил, что тем, что проходит какое-то время, и щитовидная железа, она очень сильно насыщается своим гормоном, она же получает гормон извне, и она насыщается им, становится очень-очень ленивой, и свой гормон она вообще не хочет больше производить. Ей и так, это вообще самый ленивый орган в организме, как он мне объяснил, и что она просто-напросто потом не хочет работать. И она почти, ну, короче говоря, у нее функция идет ниже. И поэтому делают такой скачок, такой рывок, что понижают, чтобы она вовремя начала сама работать, чтобы она сама вовремя продуцировала этот гормон. Но ни один врач мне не сказал, что нужно вместе с гормоном щитовидной железы принимать селен. Сейчас вам покажу, что нужно принимать селен. А еще совсем недавно я узнала, что еще надо в комплекте принимать еще и цинк. Поэтому, ну, кто страдает, пробуйте. Селен. Селен, он понижает чувство голода. Я думаю, что каждый, кто принимает такой гормон, он замечает, что вот выпил таблетку в 7 часов, да, и буквально там через 2 часа ты так хочешь жрать, у тебя такой повышенный аппетит. И это вот таблетка требует, это же гормональная, и она требует, типа, дайте мне покушать. Вот, поэтому некоторые врачи советуют вечером принимать гормон. Я не знаю, мне почему-то врач сказал утром, как будто в следующий раз, если не забуду, спрошу про вечер. А так вот, пожалуйста, скриншотьте, держу долго, я все витамины, БАДы, минералы покупаю вот от этой фирмы. Цена приемлемая, в пределах 20 евро за баночку. Их просто на очень долго хватает, поэтому можно один раз вложиться и потом в течение года. Тут, по-моему, и есть 365 таблеток, не помню сколько. Ладно, просто без очков не вижу. Ладно, неважно. Но хватает, я сказала, надолго. Все, мои хорошие, теперь я поехала в магазин. Я думаю, что я сказала. Я все сказала, то, что я сама знаю. Все, я поехала в магазин. Ну, если вдруг что, еще вам что-нибудь порассказываю или попоказываю. Ну, не знаю, если будет что-нибудь интересного. А так, ну, магазин и магазин. Все, я приехала в магазин. Сейчас посмотрю, что я здесь найду. Если я здесь не найду то, что мне нужно, я поеду еще в один магазин. Я закрыла машину, да. А если я здесь все найду то, что мне нужно, то я в другой магазин не поеду. Кстати, вот этот магазин, да, который T-Docs, видно, нет? Вот. Здесь, между прочим, очень хорошее качество материала, особенно хлопчатобумажного, ну, то, которое я хлопок беру. И здесь очень хорошее качество
трикотажа, такого детского трикотажа. Вот если кто шьет детские вещи, здесь обалденный трикотаж. Он в два раза дешевле, чем в других магазинах, если не больше. Он здесь, по-моему, по 8 евро раньше был. Но он такой шикарный. Во-первых, и принт. Сейчас, если я зайду, ну, может быть, вам что-нибудь сниму. Во-первых, и принт такой очень актуальный, знаете, красивый. Просто в Германии нельзя с диснеевскими фигурками ничего шить и продавать потом в интернете. Для себя вы можете шить, а в интернет выставлять не можете. В общем, как-то так. Ой, у нас аж на газ уже аж на стоит на первом месте продаваться. Сейчас покажу, продается, сейчас покажу. Газ и цены. Вот смотрите, это все трикотаж. Стоит он также 8 евро. Видите, вот олов. Всякие лягушечки, квакушечки. В общем, качество здесь этого трикотажа очень-очень хорошее. Смотрите, даже с такими Микки Маусами есть. Я одно время, когда шила детские вещи, я здесь тоже трикотаж покупала. Но без вот этих вот фигурок, которые из Диснея. И вот такая, смотрите, это джерси, да, трикотаж. Качество очень хорошее, но когда я вот с этого трикотажа шила, я все равно его стирала, он садится. И достаточно намного. 8 евро. Кстати, такой трикотаж не подорожал, а тот материал, который я покупаю себе, он подорожал аж на целых 2 евро. Красиво. Решила заехать в русский магазин, потому что он здесь рядом. Я хочу здесь себе купить ряженку. Я уже так давно не пила ряженку. Прям, если честно говоря, уже соскучилась. Сейчас возьму себе ряженку и творог. Мясного ничего брать не буду. Я имею в виду никакого сала, колбасы. Потому что я это все люблю. А когда у меня это дома есть в холодильнике, тогда я не могу себя контролировать. Тогда мне вот прям, пока я не съем этот кусок сала, вот я правда не успокаиваюсь. Поэтому я сегодня ограничусь только тем, что я могу кушать. Сегодня будет только все для меня. А то все Володя, Володя. Нет, теперь будет все для меня. Ну что, наконец-то я с третьей попытки купила укроп. Я взяла аж на 3 пучка ряженку. Так, не мешает кошелек. Две ряженки, 2 творога. Очень нравится мне вот этот вот творог русский, 15%, само то. Наконец-то я купила соду, потому что я вроде бы уже покупала соду. Куда я ее делала, не знаю, найти не могу. Смотрите, я взяла вот такой русский квас, никогда не пробовала. Ну, именно такой. Вчера просто смотрела одну девочку тоже, она там купила черный квас какой-то в русском. Я у нас поискала, у нас нет. Хотела специально купить, попробовать, думаю, как же он там на вкус. Все, больше я ничего не купила, заплатила 8. А, я купила себе куриную грудку, потому что мне одна моя подписчица написала рецепт холодного супа. Буду делать на обед, ну и вам потом покажу тоже. Она сказала: Татьяна, можешь поделиться, это такой малокалорийный суп, очень хорошо в наше жаркое время и мало калорий, поэтому буду делать, поделюсь с вами. Все, теперь ставлю тележку на место и едем домой. Кто меня давно смотрит, тот знает, что когда я выхожу из русского магазина, ряженку я пью прям сразу в машине, потому что это у меня такая традиция. Обожаю ряженку, и тем более, когда она такая холодная-холодная. Сначала хотела выпить квас, а квас, он же стоял не в холодильнике, поэтому он такой теплый. Я думаю, нет, сначала я квас подставлю в холодильник, и, скорее всего, уже буду завтра пить квас, потому что, ну, он же сладкий, на вечер не буду пить сладкого кваса. Кстати, мой вес идет потихонечку вниз. Я не знаю, до какого, я не знаю, на сколько килограмм я хочу похудеть. В общем, я пока я себя хорошо чувствую. Мне просто там были сегодня такие комментарии,
что, ну, не знаю, сегодня, не сегодня, в общем, не знаю, на днях. Были такие комментарии, когда мне писала, ну, написала мне одна девочка и сказала, я тоже худела, пока мне плохо не стало, как мне стало плохо, я плюнула на это дело и решила, типа, здоровье лучше. Мне пока нормально. Чисто так специально какие-то калории я не считаю. Ну, одно время я сидела, это так много времени уходит, пока ты все посчитаешь. Нужно вот эти все кады. В общем, не важно. Все нужно соскеновать, потом это все занести в таблицу, в телефоне. В общем, это так долго занимало времени у меня, и я потом в результате бросила все. А сейчас я так, ну, знаю, что это меньше положенного. Если вес идет вниз, то значит все нормально. Сейчас буду домой ехать и по дороге пить ряженку. Еще обычно я вот эти сырочки глазированные всегда покупаю здесь в русском магазине. Здесь я их тоже просто обожаю, они такие вкусные. Но так как сейчас я не ем сладкого, поэтому их покупать я не буду. Правда, мне там в комментарии написали, убери фрукты и кушай лучше овощи, тогда пойдет вес быстрее вниз. Мне не надо так экстремально, и овощи я тоже кушаю, но фрукты я люблю больше. Я знаю, что там очень много тоже сахара, но я когда все-таки кушаю фрукты, я себя более счастливой чувствую, понимаете? Нужно немножко чего-то такого более, ну, то, что тебе очень хочется. Ладно, мои хорошие, поехала я домой. Не сказала вам. Кстати, материал подорожал на 50%. Как-то интересно сделано. Какой-то материал подорожал на 50%, но я-то цены знаю, я же тут постоянно закупаюсь. А какой-то материал остался так же, как он стоил, так он и стоит. Просто интересно даже, почему. Ладно, все, мои хорошие, теперь точно поехала я домой. Я уже дома. Ряженку, естественно, я по дороге не допила. Но во время дороги я ее не пила, потому что неудобно, нужно постоянно откручивать. Когда бутылочки, мне тогда тут есть место в машине, куда можно ставить бутылочку. А в коробочке, короче говоря, сложновато. В общем, сейчас допью свою ряженку. Ну и буду дальше заниматься своими делами. Делаю холодный суп по совету, по рецепту от подписчицы. Много зелени. Я добавлю, наверное, еще немножко себе укропа. Огурцы нужно мелко нашинковать и отжать сок. Отварная куриная грудка. Разделите ее вот так на волокна. По рецепту написано кефир, айран. Ну, в общем, короче говоря, по принципу окрошки, кто что хочет, тот то и добавляет. У меня вот такой дома йогурт. Я добавлю вот такой вот йогурт. Разбавлю это все еще водой. Ну, как минеральной. Добавлю один зубчик чеснока, потому что я немного делаю. По рецепту мне написали 3. Ну, я так как я делаю на пару раз покушать, потому что это для меня новый такой супчик холодный. Понравится мне, не понравится, я не знаю. Ну, я думаю, понравится. Здесь все такое, что мне нравится. В общем, чесночок, перец. В общем, кориандр и петрушку. Но я как-то в таком... Ну, в общем, я здесь не хочу. Вот в корейских салатах мне нравится кориандр, а здесь я как-то, ну, не хочу. Вам рецепт напишу в оригинале, кто что хочет, тот то и добавляет. У меня вот такая соль, здесь я всякие разные травки. Добавляю такую соль со всякими приправами. В принципе, суп мой готов. Все перемешиваю. Оставляю в холодильнике на 2-3 часа настояться. Сейчас только на соль попробую. Немножко добавлю еще соли. Все, и потом кушаю. Нарезала укроп, который купила в русском магазине. Вот так вот сейчас закрою крышечкой и отправлю в морозильную камеру.
прошло 2 часа. Смотрите, вот такой вот он выглядит, супчик. В общем, я попробовала. Это очень вкусно, освежающе. И здесь, ну, 100% совсем мало калорий. Так что, кто худеет, сейчас это самый такой оптимальный супчик. И еще тем более, что в нашу жару как раз хорошо. Всем желаю приятного аппетита. На этом я буду заканчивать. Всем пока-пока и до завтра, мои хорошие.